Добрый день, вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня смотрите, какая интересная работа. Узор для шарфа палантина. Очень простой, модный. Наши паучки незаменимые. Мы вязали похожий узор. Тут чуть-чуть небольшие изменения от маечки, которая была у нас в августе месяце. А это уже осенняя тема. Палантин, либо шарфик. Красивым узором еще и схема предлагается. Предлагаю посмотреть, тут небольшие изменения есть и смотрится интересно. У меня есть очень хорошая схема. Мы совсем недавно вязали маечку, там была похожая схема, но немножечко другая. Здесь я хочу предложить вам связать палантин. Узорчик похожий на паучки, но должен выглядеть совсем по-другому. Набираем воздушные петли. Написано в рапорте 12 петель. Я набрала чуть больше, чтобы всегда можно оставить немножко, если что-то не войдет в узор. И предлагаю связать. Первый рядочек у нас, вернее, просто набрала воздушные петли. И первый ряд у нас будет такого плана. 4 воздушные петельки мы оставляем. И в пятую воздушная петля. И потом вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков с одним накидом. Вот. 1, 2, 3, 4 я оставляю. 5 даже у нас воздушная петля. Столбик с одним накидом. И нам нужно провязать 11 столбиков с одним накидом. Воздушная петля. Вот она у нас. И внизу воздушная петля. И еще один столбик. И вот такой у нас рядочек будет. 11 столбиков, воздушная петля, внизу одну пропускаем. У меня получилось 5 рапортов. Воздушная петля в самом низу. И еще один столбик мы с вами довязываем. Одного столбика у меня чуть-чуть не хватило, но ничего страшного. Вяжем таким образом. 1, 2, 2 воздушные петли, а не 3 подъема. Поворачиваем обратно. Там, где у нас воздушная петелька, столбик с накидом. И еще один столбик. И теперь начинаем вязать узор. Смотрите, такого плана. 3 воздушные петли. Внизу пропускаем 1 столбик. Вяжем столбик с 2 накидами. 1 пропускаем столбик. Пропускаем. И итого 4 столбика с 2 накидами. И внизу пропускаем по одному. И еще 3 воздушные петельки. Узорчик простой. 1, 2, 3 воздушные петли. Внизу пропускаем 1 столбик и вяжем столбик с 2 накидами. Таких столбиков у нас будет 4. 1 пропускаем столбик. Вяжем столбик с 2 накидами. 1 пропускаем. Раппорт узора всего 3 рядочка. Я думаю, это будет легко запомнить. Один, два, три. И вот у нас внизу получается пропуск. Воздушная петля. Мы вяжем перед воздушной петелькой столбик с одним накидом. Так, сейчас я. Вот так вот. Столбик там, где у нас воздушная петля. И еще один столбик. Вот. Вот такой раппорт у нас должен получиться нашего первого ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Внизу пропускаем 1 столбик и вяжем 2 столбик с 2 накидами. И в самом конце, смотрите, у нас осталось. Вот мы в столбик провязываем. Нужно обязательно 3 столбика в самом начале и в самом конце. Они у нас должны быть. Как у любого палантина. Вот начало и конец всегда одинаковые. 2 воздушные петли подъема. Опять поворачиваем, вяжем 2 столбика оставшихся, а всего у нас 3 в самом начале и в самом конце, 3 столбика с одним накидом. Вяжем второй ряд узора, он такого плана. 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 4 штуки и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И там, где у нас были столбики с 2 накидами, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3 воздушные петельки. А там, где у нас
столбики с одним накидом. Мы так и провязываем столбики с одним накидом. Вот такой второй ряд нашего узора. Раз, два, три воздушные петельки и 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Еще хотела обратить ваше внимание на то, что очень красивые ниточки. Это слонимская пряжа. Это хлопок плюс пан. Но такого же цвета есть и шерсть плюс пан. Я вяжу из хлопка. Мне к телу приятнее. Я хочу на шею такой себе шарфик связать. А можно набрать побольше рапортов, связать шикарный палантин. Я хочу такой шарфик, чтобы можно было на шею осенью под какую-то толстовочку даже одеть, чтобы шея была защищена. Очень приятные ниточки. Раз, два, три. Очень приятный цвет. Группу я всегда пишу, где можно купить пряжу. И такие же крючки. Крючок 2,75 я всегда вяжу. 4 сложения. Крючки и пряжу можно посмотреть по ссылке в описании. Под видео я всегда-всегда пишу, где можно и крючки такие, кловер, и пряжу такую заказать. Цены бюджетные. Администратор очень приличная. Раз, два, три. Ирина Мальцева. Обратите внимание. И наша задача провязать второй. Вот он у нас рядочек. И третий ряд. Третий ряд вяжется абсолютно точно так же. Вот он у нас идет. Третий ряд. А четвертый чуть-чуть по-другому. Вяжем второй и третий ряд одинаково. Итак, я провязала 2 ряда одинаково абсолютно. Столбики без накида, 3 воздушные петельки и наши вертикальные полоски. 3 столбика с одним накидом я провязала. И теперь вяжем последний ряд этого узора. Он вяжется таким образом. 3 столбика с одним накидом, воздушная петля. Столбик с двумя накидами, воздушная петля. 4 столбика с двумя накидами. Итак, 3 столбика есть, воздушная петля. Столбик с двумя накидами там, где у нас был столбик без накида. Мы провязываем первый ряд, как бы, да? В зеркальном отображении воздушная петля, столбик с двумя накидами, воздушная петля, столбик с двумя накидами, провязываем там, где у нас столбик без накида, воздушная петля, и там, где у нас 3 столбика, вертикальная наша полосочка с одним накидом, мы так и вяжем 3 столбика с одним накидом, они у нас всегда неизменны, и получается вот такая красота. Да, возможно, паучок, возможно, что-то другое у нас кто-то увидит. Но достаточно симпатичный узор, согласитесь. Раз, два, ух ты, одна воздушная петелька, столбик с двумя накидами. Одна воздушная петля, столбик с двумя накидами. Вот такой у нас простой, но, согласитесь, достаточно симпатичный узор. Воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Я провязала первый рядочек, вернее, первый раппорт нашего узора. Вот он такого плана. Теперь что мы делаем? Мы вяжем просто столбики. Вяжем столбики между узорчиками. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Второй столбик пропускаем. В третий вяжем столбик с одним накидом. То есть вот такое будет начало. А теперь мы провязываем все столбики между столбиками и там, где у нас столбик. Столбик с одним накидом и там, где воздушная петля. Столбик с одним накидом и там, где столбик с двумя накидами. У нас столбик с одним накидом. То есть наша задача провязать все столбики, которые мы здесь видим, такую планочку между узорами. И смотрите, вот там, где у нас вертикальная полоска, мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом.
То есть вот такая вот у нас будет планочка, такое разграничение между узорами. А уже в следующем ряду мы начинаем вязание вот нашего узора. 3 воздушные петли и 4 столбика с двумя накидами, между ними 1 столбик. Вот сейчас мы с вами узор закончили. Теперь начинаем смотреть, как мы вязали первый ряд, если кто не запомнил. И провяжем дальше. А если кому-то нужна, важна схема, она обязательно будет в разделе сообщества. Вяжем на ту длину, высоту, которая нам нравится. В итоге вот такая красота у меня получилась. Вязала небольшой кусочек, наглядно, чтобы было видно, что на самом-то деле очень все красиво. Любыми ниточками. Расход на шарфик, я думаю, грамм 150, на палантин 200. Хороший палантин. Ну и узорчик стоит того. И схема хорошая. Вяжется быстро, просто. И подарочек хороший. Предлагаю посмотреть и связать. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, он будет полезным. До новых встреч!